Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на одном из завершенных объектов. Здесь уже все полностью сделано. Поставлены двери, установлен потолок. Это дом ульяновской серии. Мы сейчас стоим в коридоре. Вот эта стена была уже возведена частично нами, оштукатурена. Теперь здесь установлены двери, блок с выключателями. И вот здесь вот установлен термостат. Давайте зайдем, посмотрим. Вот так это помещение выглядит изнутри. Изначально, когда дом сдавался, здесь посередине стояла перегородка. И было две двери. Вход в туалет и вход в ванную. Потом здесь уже было плавно совмещено все было. Сделан какой-то ремонт. Вот я сюда ставлю фотографии, как это было. Все было в ужасном состоянии. Кафель отваливался уже от стен, на полу трещины. С водопроводом это был вообще ужас. Это все мы переделывали. Что здесь осталось старого, так это получается только бетонные стены и бетонный пол. Вот эта стена полностью возводилась нами. Были проведены штукатурные работы. Подготовка, укладка плитки. Теперь поподробнее о планировке. Были заменены стояки полностью от соседей. Мы проходили перекрытие и уходили туда наверх. Ну, там частично уже стояки были поменены. Мы ушли, переделали канализацию и трубы полотенцесушителя тоже все заменили, чтобы потом у заказчика них проблем не было. Вот здесь смонтирован люк. Ну, лючок из Леруа, он такой плохо открывается. Вот, доступ есть. Там горячая, холодная вода. Сейчас мы это все закроем. Так. Вот все. Решили не проходить силикона, потому что люк он не позволит это сделать. Видите, шов пропадает, когда его открываешь. Ну, в принципе, под цвет затирки, тут серо-черно, так он не сильно бросается в глаза. Плитка на стенах у нас и куплена в Леруа Мерлен. Называется Love Grey. Очень хорошая плитка. Очень хороший рисунок. Много, несколько разных рисунков, из которого можно собрать какой-то интересный такой, ну, не повторяющийся рисунок, так скажем, сложить, повертеть как-то плитки, разбить их одну туда, другую сюда, и видите, получается, что у нас нет повторения рисунка. По крайней мере, плитки не рядом стоят, и кажется, что они все разные. Вот это недорогая плитка, но смотрится она очень хорошо. Тем более с сочетанием с полом. Видите, у нас какой пол положен. Это у нас плитка Эталон Керамогранит. Потратили деньги, купили хорошую плитку и правильно сделали, потому что она очень хорошая, она очень стабильная. Очень хорошие швы получаются, вот нет вот этого завала туда, какой-то фаски, что по этим швам, что по этим, они одинаковые. И плюс еще у нее такая фактура интересная, то есть она такая вот вся, если трогаешь вот так вот, все, будто строганные доски такие, но она гладкая. Очень хорошая, это Эталон в HL Wood Honey. Как-то так она называется. Также по цвету была подобрана тубочка. Тумбочка из Леруа Мерлен. Стальная ванна поставлена. Ну, ванна недорогая. Вот. Просто что ее пришлось устанавливать. Там уже по особой технологии. Заводить ее в стены. Укреплять здесь вот. Дальше она была вся шумоизолирована, шумотеплоизоляция была по ней сделана, работы. То есть она такая плотненькая довольно-таки стала. Под ванной выполнен люк. Вот он. Собственно, для чего я и приехал. Показать, рассказать заказчику, как этот люк открывается, чем можно его открыть, чтобы туда попасть. Вот. Ну,
Так, потом... дальше у нас там идет короб. Там идет канализация, водопровод на ванну и на кухню. Видите, там коробок такой стоит. А вот отсюда этого не видно. Потому что туда, видите, стоит тумбочка, и можно спокойно вот подойти. Вот таким образом. Из особенностей этого объекта является вот этот генический душ. Видите, как сделано. Он идет без смесителя, потому что изначально есть такие смесители у фирмы Грой, где уже в комплекте идет вот эта как раз лейка. Там идет две гибкие подводки, и третий шланг идет на лейку. Ну, задумывается как, что ставится где-то этот смеситель, и леечка где-то сбоку выходит, и можно пользоваться. Мы же применили вот такую схему. То есть мы там сделали подключение и увели трубой, вот сюда вывели трубу. И теперь у нас лейка стоит не здесь, где-то болтается, что было бы неудобно, а как раз вот здесь, ему самое место, как раз под правую руку, очень удобно. И чтобы его включить, надо, получается, открыть здесь воду, и у нас лейка начинает работать. Как раз рядом с инсталляцией. Инсталляция тоже у нас от фирмы Грой. Вот чаша тоже от фирмы Грой. Вот так это у нас все выглядит. Получается с лифтом. Чтобы крышка не хлопала, все плавно опускается. Очень удобно. Такая прямоугольная кнопка. Вот, здесь у нас расположились всякие крючочки, полочки. Вот такое вот тут украшательство. Цветочки. Кстати, вот тут элементы, как элементы дизайна, видите? Такие все эти аксессуары под дерево. Что под жидкое мыло. Здесь полочка, двери, пол. Получается тумбочка. Все это увязывается в один стиль. И как такие вот яркие пятнышки, такие, да, вот, вот такие вот искусственные цветочки. Там, как бы это назвать, травка. Очень интересно смотрится. Необычно. Такая, как на природу попал. Вот, здесь стоит у нас такой вот аппарат с термостатом и тропическим душем. О, какая система. Уже наподобие вот эту лейку видели на Империале. Тут у нас несколько положений. Также вот эта лейка тоже хорошая. Но здесь вот такой блок попроще. Но это все тоже все недешево стоит, этот аппарат. Да, но оно того стоит, это очень удобно. И как бы такой душ очень хороший. То есть можно и помыться, и попариться, так скажем. Принять ванну. Этот объект мы сделали за 1.5 месяца. Эти сроки обусловлены соблюдением технологий и технологических процессов. Потому что тут заливалась стяжка, штукатурили стены, одни должны были просохнуть. Были произведены работы определенные у соседей. Заменена электрика. Частично заменена даже вот, вот там мы видели в коридоре. То есть на кухне все это уходило. Это тоже требовало времени. Дальше работы с наружными стенами. Возводились вот эти стены. Там штукатурилось. Все это было не быстро. И чтобы все это надо просохнуть. Это да все нужно время. Поэтому такие вот сроки. Чтобы достичь такого же результата, надо четко понимать, что ты делаешь. Это начинается с планировки помещения, то есть где что расположено, чтобы потом все это вместе увязать. Чтобы тумбочка встала на свое место, и здесь было даже место, чтобы можно было тряпочкой там залезть, что-то протереть. С одной и с другой стороны. Это чтобы ванна влезла, нигде ничего лишнего не торчало. Тем более она ванна с кантиком, видите, что тут надо все это учесть. Это все делается на этапе уже штукатурных работ. Вся эта планировка. Чтобы все вот эти вот сантехнические приборы встали на свое место. Стиральные машинки, водонагреватели. И чтобы все это сделано было с соблюдением технологий, строительных норм и правил. Мастер должен понимать, что он делает, какие материалы и технологии он применяет на объекте. И только тогда будет вот такой вот результат. Даже спустя много времени. Я бывал на других объектах, сделанных, так сказать, мастерами, да, в кавычках, которые уже начинаются какие-то проблемы на объектах.
спустя год уже, когда кончается гарантия, как правило, тут же никаких проблем, видите. Все, как будто мы только вчера отсюда ушли. Ну вот, как-то так. Вот такая вот ванна получилась. Необычная, удобная и функциональная. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч! We'll be right back.